Ты лежишь на травке. Давай, Майсла. Мы вышли во дворик. Хочешь поснимать? Да. Ну да. И куда вы собираетесь? Мы гулять идем. Да, Милана? Да. А если дождь? Ну, а если дождь, мы будем прятаться куда-нибудь. Или в кафе, или в метро. Ну что? А я предлагаю, знаете, куда пойти сегодня? Да. В детское кафе. Говорят, оно самое большое для детей. И там очень интересных много разных блюд. И даже есть интересные детские комнаты. Ты хочешь? Говорят, это самое лучшее кафе для детей. Пойдем в кафе для детей? Да. Ну только давайте сначала погуляем чуть-чуть. Пойдемте? Пойдемте. Ого! Куда мы пришли? Детская площадка. Детская площадка? Да. Куда, Даня? Даня, когда увидел что-то яркое, светлое и детское, то все. До свидания, я побежал. Ну, покружиться здесь можно, да? И лягушку покатать можно. Милана, он лягушку катает. Как твою лягушку зовут? Чубик. Чубик? Чубик. Как? Чубик. И у-ху! Упали. Все, поехал. Опа! А Милана где? Милана, ты где? Hello! Мы гуляли и набрели на такую детскую площадку. Милана переползла через забор, и Дане тоже срочно надо. Ну давай, я тебе помогу. Оп! Побежал за Миланой. Ай! Где Дидзи? Иди, где Милана катается, потом за Дидзи пойдешь. Даня решил, что это машинка. Пойдешь? Да. Да. Вон там выход, Данюша, выходи через выход. Даня увидел самолет. Дзи-дзи. Аня, ты полюлил, полетел? Мячик нашла? Да, это вот мячик девочки, наверное. Сначала поедут машины. У-ху! Поехала! А теперь Даня. И-ух! Ой. А Милана качается на качели с подружкой. Мы пришли в семейное кафе Андерсон. Сейчас туда зайдем, глянем что-то. Пойдемте смотреть. По старинным сказочным ступенькам. Так сказала Милана. Вода. Не знаю, сейчас спросим. Он на третьем этаже. Вон детки играют, по телевизору показывают. Ну вот, мы поднялись наверх. Вот такая вот детская комната. Большая. Даня, там смотри. Вон еще большая машина есть. Ого, большая машина. Отвози ее, давай. Вау. Ой, да тут еще одна. Отвози. Все, ставим. Тут можно смотреть телевизор. Это комната. Подушка с телевизором внутри. Опа, опа, опа. Комната с шариками. А Милашка уже играет с девочкой. Ай, набор инструментов. Шарик. Даня, покажи свой шарик. Ого, скажи, нам подарили шарик. Все. Дядя подарил шарик. Афа? Шарик подарили? Ава? Афа. Даня?
Анечка, тебе что принесли? Ань-Ань? Так, это не то, доставай вилочку. Где моя машинка? Вот твоя машинка, садись. У Миланы машинка и у Дани машинка, а у мамы рыбка. Вкусная машинка? Анечка, Милана, пробуй. Даня на себя в зеркало смотрит, если на себя в зеркало смотрит, так смешно. Мы вышли во дворик. Тут такая прикольная машина. Ой, не катится, да, твоя машина? Ну-ка, давай буксиром поработаем. Тащи ее, давай. Вот так, тащи, 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 тащи. Давай, тащи, дальше тащи. Дальше тащи, а то сейчас назад укатишься. Вот так, вот. Милана, ты что ли играешь в шахматы? Как тебе шахматы? Нравится? Тут надо добавить немного розового цвета. Ну да. Ну вообще шахматы сами по себе черно-белые. Даня нашел машинку. Вау, вот эта тачка. Погнали, Данюшкин. Анянь, куда побежал? Куда побежал? А там он папа с 10 шариками. Папа, откуда столько шариков? Это нам подарили. Деткам подарили в кафе. Ой, кстати, такой же, как у нас был в Таиланде. Да, у нас такой же. Только другого цвета, да. Не помню какого. А Даня взял свою няньку. Ну раз такое дело. Значит, не пора мне браться за дело. Куда она? Та-нянь. Сумасшедший папа. Крейзи дяди. Аккуратней. Даня, Дань, смотри, а там он паровозик. Так зачем мне паровозик? Машину он вообще решил не отпускать. Даня, залазь, садись. Ну, всем хочется. Давайте кататься. Держись только, Данюша. Всем привет! Мы сейчас едем в метро. Да, на Арбатскую. На Арбатскую? Погуляем там, да? Да. Чух-чух-чух, как вагончик стучит. А Данюшка что-то не любит у нас ездить в метро. Он все время боится здесь ездить. Да, Даня? Ему не нравится мамина дырка. Он говорит, мама, почему ты в рваных штанах? Мама, иди вниз. Мама, почему у тебя рваные джинсы? Мы пришли на московский Арбат. Да, смотрите, как красивое дерево. Вкусный? Круто. И Даня, скажи ам. Даня, и Даня, ты тоже ням-ням? Да. Вкусные палочки? Да. Данюшка заснул. Трапу Даня дает. Брум-брум, а нянь там его торчит. Даня, в общем, заснул. Милаша? Да, хочешь поснимать? Да. Ну да. Милана будет снимать. Всем привет. Ой, мы пришли на Красную площадь, да? Ну да. Гуляем. Ой, сколько народу там. Да, ты что, мультики смотришь? И мы сейчас хотим пройти за забор. Мы сейчас хотим посетить вот этот музей. Да, музей. Ну, как еще сказать? А Данька бегает по трапу. Я сама бегаю. Ты лежишь на трах. Горы, мои склад. Классно вам лежите? Да. Да. Обнимашки у вас? Обнимашки. Клевая травка, да, такая? Клевая-клевая. Щекоточки? Щекоточки? Это что за щекоточки? Качайтесь, качай. Качи-кач у вас? Да, мы качаемся.
это наши любимые качели с самого первого дня. Ну что, нагуляли сегодня? Нагулялись. Да. Подписывайся на канал Family Box. Всем пока-пока. Пока-пока. А я Леви Сами. Кто Леви Сами? Ой, леди, ты не леди, упади, давай, леди. Садись. Лебедь-сомик, я не знаю, я таких не знаю, садись давай.